с улицы Комсомольской переберемся на улицу Воровского. Очевидец позвонил, точнее, пришел и рассказал нашей редакции, что во дворе одного из домов есть человек, у которого есть балкон. Но это не обычный балкон, это очень странный балкон. Оля Бакина приехала на место событий и вместо того, чтобы снять сюжет про этот балкон, сняла рекламный ролик. Но дело в том, что Оля всегда хотела работать в рекламе. Смотрите. Осень. Пришла пора задуматься о смене резины. Новый шиномонтаж Новоровского, и ваши проблемы решены. Шиномонтаж Новоровского. Переобуем вас как следует. Все в шиномонтаж. Шиномонтаж для лучших. Качество. Ну, довеска хорошая, короче. Ну, бросается в глаза. Качество.